Тропинка, которая проходит рядом с микрорайоном Новый, всегда была удобным пешим маршрутом для жителей деревни Спасская, так как с ее помощью можно сократить свой путь. Еще совсем недавно тропа находилась в запущенном состоянии. После дождя грунт размывало, и ходить по ней было трудно. По многочисленным просьбам народную тропу заасфальтировали и установили уличное освещение. Долго просили. Территория была не муниципальная. Территория находилась у Россельхозакадемии. Но благодаря нашим коллегам из управления земельных и имущественных отношений, благодаря нашему правовому управлению был наложен сервитут на данную территорию. Были просчитаны, сметная стоимость была определена. Был составлен перечень необходимых работ для того, чтобы для людей организовать безопасный тротуар. Прокладкой дорожного полотна занималась компания МБУ «Дорсервис». Они полностью на себя взяли все технические аспекты работы. Жители настолько были впечатлены результатом, что решили открыть путь по ней в торжественной обстановке. Для этого пригласили представителей администрации. Нам построена новая дорожка, которую мы добивались. Она такая шикарная получилась при участии, при инициативе жителей, исполнительной власти, представительной власти, я уже говорила. И вот такая вот совместная работа бизнеса. Нам помогали наши спонсоры, наши бизнесмены, которые здесь живут. Понемножку, по чуть-чуть, но каждый внес свою лепту. Это очень приятно. И получился вот такой приятный результат. Можно и проехать на велосипеде, и прокатить коляску до парка, гулять. Очень удобно стало. Спасибо большое администрации, всем, кто принял участие и заменил нашу старую, так называемую, плиточную дорогу на вот эту вот хорошую. На этом местные жители решили не останавливаться и своими силами облагородили любимую дорожку. Чтобы можно было безопасно проходить мимо водоема, через который пролегает тропа, один из жителей приварил металлическое ограждение. А также оборудовали зону отдыха, поставили скамейки, посадили газонную траву, кусты, цветы, повесили кормушку для птиц. Я бросила клич в чат, и наш житель, спонсор Игорь Вениаминович, житель одного из наших домов, любезно предоставил нам цветы живые, однолетние, привез, и мы их высадили. Вот так совместными усилиями народную тропу в деревне Спасская превратили в современный и удобный тротуар. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.